Не покидайте тело, пока он это не встанет на место, трупы в одно место не упадут. Женек, что мешает перебежать? А по-моему, все в другую сторону побежал. Нахуя? Не знаю. Либо просто не перебежал. Да я по этой тактике с вами первый раз, и никто не говорил, в какую сторону бежать. Поэтому я... А у всех сейчас не было вот этого отчета по перебежке? Ну его и не будет. Адмирала же нет. А что, все обосрались без отчета? Войд же отчитывал так же, вроде нет. Какая разница? Смотри, это Леха слабый какой, да? А что там? Ты меня там на второй фазе мне, сразу бежать. В принципе, похую. Я оттуда блинкануться могу в любом случае. Леха, мне сразу на синеметку бежать на второй фазе. Ну, естественно. Нямку суманить. Жняк, можешь бегать со мной. Нямка в хиле. Там, не, в смысле, все, да что 16, мне завтра в 6 утра встану, все. Окей. Мягко заходи. Данчик тоже, да, уходит? Да, вижу. Монти. Бафа. Резисту плюс суманить, символ менял. Ну тогда пусть по-другому стоят теперь хилы, знаю. Либо пускай нямка заменит это. Какая разница? Холи пал или старший манта? Ну, большая. Блять, одного танка хилить с рестар шаманом тоже у него. Там одновременно. Нямка, ты в ромбике. Маги, поставьте столик. Данж полный еще раз, сумон там кик кого не знаю. Все. Слышал, нямка? В ромбике. Да, он, видишь, на втором фазе ромбик. Лучше на рейд встанет он в Т-10. Бафы, давайте. Блять. Я думал, стол ставишь, тыкнул. Сумон. Я тоже чуть по порталу не тыкнул. Стою рядом, ставлю стол, и смотрю, Серега побежал к порталу. Да хрен его знает, кто там что ставит, где. Там даже Каспира. Говори это, раз вы не можете задержаться, окей, завтра, тогда других рейдов для вас не будет, кроме ОКХМ. Все, я тут, меня не надо суммонить. Так, ладно, поехали. Это я тут отдуреет. За всех обрабатываешь. Так, мне ставят суммонить. Здесь на мяку, мяка на меня. Так, ладно, давай рейды, значит, будет травить. В ромбике нямка, стой. Думаю, ну да, и пушу в целка, потом останутся. Там смотри, получается, вот ты стоишь в ромбике между первой и второй. Ты чисто на первой, ну, на первую платформу хилишь танка. На второй платформе там еще будет помогать холипал. Но ты того танка тоже хилишь. Кулак, кулак. Вон там. Все, поехал. Три. Сапрок всем. Один. Корн, да? Сейчас в какую сторону побежим? Влево. Выпейте сапроты. Вот там нету. Давай сразу пикну. Это съеди. Раз. Прибежал. Здесь. Монород хилим. Ой, дай горн. Даже оковы, блядь, кинешь по второму.
Видишь? Близзард по дальним, по дальним близзард. Отрабатывай, блять, воин, ты кашка. Держи близзард. Как вы там, блять, бросали? Все равно отпускай, блядь, близзард, отпускай, отпускай. Там два моба. Че не по какому боссу? Три моба сейчас зашло в босс. Не держите. Не держите ближнего босса. Они вместе сейчас с циклоном зайдут. Забрал босс. Каст. Перебежали. Раз, Кадлан жертву раскинь на миг. Близзард. Все, не держите. Раз. Перебежали. Бана отпустите. Народ. Отпустите, отпустите. Дальше чуть проведите босса. К стене подведи его ближе. Прибежал. Минус 3. Думаю, не стоит БР тратить. Не дохнешь. Не тратьте БР. Давай. Раздавайте БР. Ну сейчас. У меня нету БР. Не нужен мне саппорт, если люди стоят впереди. Я уже задолбался догонять их. Они все время вперед убегают. Не надо, Близзард. Каст. Народ сдох, ложимся. Где прохилку ему надо? Перебегай вперед, и мне каждый раз надо бегать. Бегай со мной, блять. Вот бегаю, не знаю, вот мы с Долорусом бегаем лучше всех, нахуй. Мы пробегаем всего лишь 3 метра, и дальше стоим туннелем босса. Минимум перебежек и нахуй на самом максимальном ранже. Саппорт выпей. Зачем мне саппорт? Я вот первый раз вообще за сколько дней умер от перьев, потому что... перебегают. Ты понимаешь, блядь, просто банальная причина, чтобы выпить спрот, ты получишь меньше урона, хил вместо тебя поднимет лучше какого-то другого человека, который более просевший. Потому что именно ты получишь меньше урона, и у тебя больше останется хп. Меня тупо сейчас шотнуло, потому что я не перебежал. Рот, выпей, говорю. Ты лучше выпей, потому что малейший чрезмерный урон, и ты сдохнешь, не прожавшись, и все. И кто-то будет виноват, но не ты. Взорвут тебя, ты умрешь. Еще раз повторю. Саппорт я выпил. Все. Но сдох я не от этого, потому что люди вперед все время на несколько шагов выбегают и... Короче, жопа. Почему на этом нормально все в вечернем рейде? В вечернем рейде то же самое. Да ни разу я там не сдох, сука, уже 3 или 4 дня. Значит, реакция, блядь, тебя вечером лучше. Один япончик, по-моему, из РДД, с ДВшников. Что? Я стою со всеми. Да чего тут пишете? Ребята просто меньше времени сюда ходили. Все привыкнут еще. РДД зона почти вся та же. Ну а кто забегает вперед? Почему вот сейчас трое упали? Не я один наперед. Напомни, ну, просто, сука. Кто выбегает так вперед. Ты потом... Если видишь то, что они стоят, блядь, впереди, ну так они не могут подойти, ты к ним подойди. Я подбегал все время, если ты не видел. Сейчас вот я... Ну хули ты умер тогда? Только не кричи, только не кричи. Проверка.
Заебало бегать, стой в сове, бля. Все. Ваша смерть — это ваша тупость. Можно выжить в любой обстановке. Ну, когда залетают в 5 перьев, никак не выживешь. Точно. А, выбери себе другую позиционку. Стань позади босса, блядь. И, блядь, мало места по всей комнате. Понимаешь, Люха, я первый раз умер. Первый раз. Без разницы, блядь. Первый, второй, блядь. Если ты сдох, значит, блядь, хуёво. И я не один умер, а трое умерло. Так что, как бы, винить одного меня, не. Элбрил, Кирс. Фарада, твой стиль по жизни? Все, я... Амир дверь открывает. Он написал 5 секунд. Дальше? А. Элбрил готов. Все, все, все подтвердили, Мозер. Вот перед пулом в дудку дуй. Все, все готово. Все, поехали. 3. Встал. 1, поехали. Прибежали. Ну раз дальше к стене воде, чтобы, блядь, больше времени было перебегать от бочек перед. Если что. А теперь в центре лужи льются прям в центре, что ли, они? Да, я тоже. Ну, мы просто раньше бегали по дуге, а сейчас как-то в центр все жмут. Раз. Води больше. Сами прибегут. Маба. Мозер, может, ты вместе с нами лучше будешь стоять? Мы направо выбегаем, там, где ты эту позиционку держишь. Ну, ближнего зачем там законтролили? Банку. Держи Близзард. По дальним Близзард. Ну вот одному Акову сейчас бы кинул, нормально было. Накидал. Отпускай Близзард. Не было. Кидал и до этого, и вот который с треугольником не кинул. Да. Чуть дальше босса проведите. 3 секунды заберу. Бана отпускайте. Где мне ДПС? Где ДПС? Ближнего разбаньте. Дальних держи в Близзарде. Дальних, по дальним Близзард. Раст. Прибежали. Отпускайте бан. Нимеры давайте. Павел крыло дал. Народ на босс. Дальних Близзард. Роты сидят.
Ясно. Контроль дайте по одному. Локи ложа стоял, чтобы вышибает. Пускайте бану. Активнее по боссу, иначе прибежали. Вот этот пак в Близзарде держи. Трапу отпусти, отпустите трапу. Держи, держи в Близзарде. Отпускай Близзард. Раз. Бежали. Вы это тебе ДБМ от... А? Тебе ДБМ отключен? Почему включен? Ты что, не показывает? Показывает он мне вроде. 20 секунд заберу, подстрахуйте мой народ. Проведите босса. Там одна жертвенность дал, не нам. Раз. Перебежали. Здесь проведите можно... босса еще. Моба. Надо 10 мобов взорвать, смотрите за процентажом. Контроль дайте. Все, забрал босс. Иди. 9%. Стопните, стопните, стопните по боссу, не бейте, отвернитесь, не бейте. Прибежали. Готовимся на фазу, бейте босс. Два моба за. Бегайте за ним. Банах пускай я отрахил эти походу. Понянки дал Эмер. Там еще два моба. Сейчас два моба зайдут. Нормально, пускай дадут. Гимн сдам, тотем поставьте. Луну, на мне луна висит. Ану. У рейда рассеянность. Чё никто не хилит? Нямка, ты стоишь, монород, ты хилишь. Не надо Геру, не давай, не надо. Сведи не в платформу. Монород, ты хил. Перья пошли. Перебежали. В мобов, встаньте, встаньте в мобов, прям встаньте, быстрее. Я сел в раз. Филы, отвернитесь. Отпустите бана. Перебежали. Перья пошли. Перебежали. Добивайтесь. Близзард, маг остаешься тут.
Луну, на мне луна висит. Сюда встаньте. От огня ауру поставьте. В Раску меняет, да? Я вам поупал. Мосу прохилился, полипал, подхиль Мосу. Что там за крик? Нарота. Нарота, ямка подхиль. Перья пошли. Перебежали. Полипал, сдох. Фер словил. Да, да, фер понял. Могут-то. А, ну все, падает. Пытайтесь контролить мобов тогда. Перья. Нету отхила по мне и по этому. И по мощи. Вообще ямка с полипалом не справляет. Просто ноль отхила. И возложение по мощи отдал. И дал жертву. Давай я встану на левую платформу, пускай он рейд хилит. А там типа жесткая фигня вот эта стакается 700%, типа. Это типа так и должно пусть быть, и это надо чем-то снимать. Короче, может, хулипала надо не... Или нямку. Лёха, вот а эта фигня... Да, блять, там же мост диспелил, я потом только, ну... Вот эти стаки да, снимаются баблом, которые, блять, до 700% разгоняют. Это сука. Да там это я не... забыл, начал диспелить. Ну, тоже через раз, потому что... Или это механика такая мне скажет кто-нибудь, что эти 700% на мне наставят? Это... А то, по-моему, стак... На какой платформе не было диспела, Кир говорил, я на диспел. Так а я думаю, блядь, я забыл про диспел, типа то, что... Можно диспелить вот эту хрень, которая 700%? Враска, нет. Обычно же жена диспелил просто. Враска, когда умирает один из маленьких фениксов, скидываются стаки с остальных танков. А, я понял. Окей. Скидывается баблом, да. И баблом скидывается. Окей, я понял. А скольки лучше скидывать? Ну, вообще, типа, пока бьют первого, лучше скидывать. На втором лучше скинуть уже, когда бьют второго. А вообще, типа, Войт освободится после первого, там половину стеков поддержит ты, он заберет Войт, и ты пойдешь поменяешь Монорота на последнюю платформу. Сейчас вот так. Смотри, Лёха, сейчас получилось как. Подходит те мобы, и у нас уже должны были появиться новые. Ничего страшного. А если бы вы так их не замедляли, то они быстрее бы слились. Только Войт рано сменил, потому что с меня стаки снизились. Не надо замедлять. Они скинулись. Не надо. Надо замедлить только часть мобов, там 3-4 моба. И остальные пускай идут, и тут перед боссами их просто переконтролить. Короче, нямку меняем на Полину. Полину. Ну вот, кстати, там когда просто... на следующую платформу переходим, танки вы можете говорить, какой у вас крик феник? Было бы неплохо. Поворачиваться или нет? Хуйня эта идея, я тебе так скажу. Реально хуйня эта идея. А ставить хулипала там между этим, блять, второй и третьей платформой. Ну хули ты не сказал, что там дебаф висит? Нет, там... Просто сейчас но... жены она нету. Норм идея, только понимаешь, Мосса, типа тебе прохила нету, и нету прохила, блять, по этому, по нямке. Ну, то есть, вот нямка стоял, типа, вопрос, ну, типа, Монорота хилил, по вопросах. Но по тебе прохила ноль. А можете анонсить не там рассеянность, ярость и так далее, а какой крик относится к этому бафу? Рассеянность, дизарм, усталость, пир, слабый, ну вот газ это анонсит, и а не последний рассеянность. На агро ярость. Ни о чем не говорит. Рассеянность дает дизарм. Я тебе вот, я тебе сказал, запоминай, рассеянность это дизарм, ярость это агро, слабость это подкаст. И усталость это фир. Понимаете, что нам надо сделать так,
чтобы вот на четвертой, ну, получается, на первой слева демонорос стоит. Дай Сантею ассиста. Подожди. Нам надо сделать так, чтобы, блядь, вот эта сторона, где стою я, где стоит, блядь, монород, она жила просто, блядь, бесконечно. Типа, сейчас проблема была в чем? Мы вайпнулись банально из-за того, что у нас сторона легла. Зачитать, что там было? Там нямка не прохиливал, да? Там не в этом дело, там Мосу никто не прохиливал. Типа, Мосу. Вообще, реестр друида 0 прохила. Я, блядь, возложение взял. Я дал блядь, жертв. Я уже, блядь, стал сам кастовать хил, блядь, протики. Ну, просто 0 от хила, понимаешь? Я понимаю, что по нему от хила режется. Но там, блядь, я не знаю. Он бегает, блядь, и не знает, куда деваться. Вот, поэтому, я же говорю, может Мося лучше все усилки в ХП захуярить, чтобы он там просто жил и диспелил. Как вариант. Ну, просто ему надо там жить, просто ему надо жить вот на этой платформе, чтобы диспелить хилов, а хилы что? Так вы же, блядь, в смысле по нему про хила нет? Типа, это он не хилит, а не по нему не должно быть про хила. И по нему тоже нету про хила. Когда на тебе висит дебаф, по тебе нету про хила. Уменьшается от хил. А хули мне в вымер в прошлый раз? Мы вчера там стояли, там Мосса диспелил, да? Вчера там. Вот, я вчера еле-еле, мне было Моссу труднее держать, чем танка. Я вот и думаю. Танка меньше пробивали, и его легче хилить. Может ему все усилки в ХП захуярить, чтобы он там, блядь, просто жил? Он говорит, у него все. Если у нас ему ДПС хватает. Ну, типа, ему там просто надо жить, чтобы диспелить. Если он будет диспелить, значит, будут танки жить. И хилы. И его будет легче, типа, прохиливать. Даже если он там на 50% просел, да, то есть я возложение там заюзал, ему все восстановил, грубо говоря. Может быть, на первый монород, когда он освободится, пойдет с Мосса с диспелит. Может еще мага какого-то назначить сбегать там стаки снять, нет? Лучше монород. Не вариант. Маги контроля ДПС. Бля, понимаете, ему просто надо там жить. Типа, закинуть все усилки в ХП. Лёх, пусть пробует, пускай, давай попробуем, пусть скидывает и в ХП забивается. Вот на первой же фазе. И шмот какой-нибудь оденет на себя еще танковский. Понимаешь, скидывает на первой фазе тоже. До него усилки так встанет. Вы его посмотрите, я скинул его. Стамину? Пусть оденет тринкет там какой-нибудь на танка, блядь. Вообще похуй, ему главное там диспелить и жить. Ну, в моем мнении. Чисто, блядь, хилы там прохилят без проблем, танков будут держать, вопросов нет. Единственная проблема там в Моссе, типа, Моссу надо прохилить, а его хуй прохилишь. Типа, я могу возложением его отхилить на фул. То есть даже если он просядет до 10%. Сколько вы простяете блок КД? 4 минуты. И там же его можно обнулить. Да. То есть у нас проблема сейчас в этих... То есть 4 минуты и потом еще 30 секунд дебаф, да? Да, получается. Ну, то есть можно... Не знаю. Короче, Мосса, закидывай все усилки в ХП, там делай такой... У него такой... уже в ХП были. Может билд посмотри, где там уменьшение урона. По билду тоже ничего не сделаешь. Тебе просто там надо будет жить и диспелить. Все. Твоя задача. Медведя почаще прыгать. Ассиста дай Сантея. Короче, Полина, ты на рейде. Ты на рейде. Вместе с... Вместе с Покатутом и Прости. А, стоп. Нет. Прости тогда на первых трой. Либо Полина на первых трой. Короче, ладно, я понял. Этот... Короче, Полина, будь на рейде. Или нет, Полина, иди сюда, короче. На второй фазе. Короче, Холи Пал тут будешь стоять. Будете троем здесь стоять. А можно какой-нибудь другой маг будет с Гевки снимать эти курсы? Полина здесь?
Я не знаю. Полипал, Мосса, Полина. Ваша метка звездочка. Стоите здесь, хилите двух танков, хилите Мосс. Вам главное, чтобы два танка жили. Вам главное, чтобы два танка жили. И чтобы жили вы все втроем. То есть, основная задача ваша просто, блядь, жить. Если будете жить, будет все замечательно и вредите. Сейчас легли. Слышно меня, нет? Сейчас слышно. Где я стою? Еще раз. Только присумайте и покажите. Я символы поменяю. Если ты меня поставишь между первой и второй платформой, я на таргет, на мосу забьюсь. На первую и вторую ты будешь стоять. Ну ладно. Слышно меня? Да. Да. Локер, дай шкаф. Этот, сейчас основная задача ваша хилить, блядь, вот меня и Монорота. Побольше вам ничего знать. Там по рейду все замечательно. Там в рейде более-менее. Главное, чтобы Гена диспелил еще. И анкил там, если что, с Гена стаки тоже собираешь и глыбу. Плюс просто фарада. Я контролить буду, я могу не успеть. А, там еще есть фарада на подстраховку. Так то есть смотрите. Кто-то один снимать, нахуя? По очереди брат? Снимайте. По очереди просто. Да и проверка. И на первой фазе бегаем, там по мосе хилы помогаете чуть-чуть, а то мне отвлекаться приходится снимать. Напрямую хилить. В смысле по очереди? Сначала один снял айсблок, потом второй. Снял айсблок, потом вот. Третий. Сниму я с потом... тебя 4 стака, и я буду стоять ждать, пока у меня накопится 10. Зачем тебе ждать? Дайте бафы, пожалуйста. Ставлю рыбу. Между проклятиями минута, до берсы 8 минут. И? Что и? Вообще? Тебе же типа... дамажит, это правильно. Зачем, как бы, с меня забирать стаки, когда может диспелить маг и самую глыбу потом сразу снять? Ну, вообще-то да. До этого только сейчас додумались, да? Сейчас 4 мага. Ну, это один раз. Еще раз уточню. Типа 4. Ну, сначала, например... Смотри, сначала диспелит, например, мяка, скидывает айсблоком. Потом диспелит фарада, скидывает айсблоком. Потом анкил, потом резист. Лёша, я бы везде на второй фазе. Тогда надо, чтобы маги еще и на контроле менялись, потому что нельзя одновременно кастовать Blizzard и диспелить. Просто анкилу, если он чисто на контроле, но он анкилу может быть самым последним будет с ним. Сколько фростов у вас? Один фрост может два раза. Три фроста. Прожимать. Три фроста, так в чем проблема? Что, Полина? В том, что если он на диспеле только два. На контроле, то он и должен стоять на контроле, не диспеле. Либо ну, это... выключите его, я говорю, из этой цепочки, сами там, ну, распределите. Три фроста. Полина, типа... вы дадите сказать? Три фроста и мага диспелят. Мяка, анкил... Ой, это фарада и резист. Анкил занимается контролем. Не ебите мозг никому, ни себе, блять, ни рейду. Ну и пусть цепочку между собой выстроит. Кто как здесь... диспелит. Стоишь здесь, Полина, и хилишь, короче, Монорота и меня. Все. Тебя Мосса будет диспелить, ты вместе с Холипалом. Кому еще что надо? Мне что делать, когда Войд заберет? Бежишь на последнюю платформу, где стоит Монорот, и забираешь этого мелкого. Монорот бежит в рейд и диспелит. То есть диспелит сначала Моссу, а потом бежит в рейд. Логично, нет. Кто из магов, да, первый, второй, там, третий? Ну, сами определитесь, кому как удобно. Там кто-то, потому что кто-то в фросте, кто-то может, ну, скинуть, ну, и потом еще раз начать диспелить. Да, определи ты их сам уже, это же пиздец будет. Да я не ебу, блядь. Типа, да кто там... Блядь, сам, если смотреть по таргету по мелкому Алару, то фросты там меньше всего набили. Я не знаю, контролили они. Ну, пусть начинает мяка, потом скидывает. После мяки резист. После резиста фарада ты, после потом фарада тебя опять мяка. Потому что он там сможет скинуть КДшку. Они сразу потом опять скинуть. Там резист скинет КДшку. Они могут сразу скинуть и сразу следующий набирать. Через 30 да. секунд только. Так, через я могу секунд, быть там, пятым на дисплее, чтобы... Бля...
Наоборот, типа, посмотри, мяко резист ты, мяко резист ты, и потом опять, может быть, и Неки откадышит. Чего вы ебете всем мозг? Вам поставили задачу, вот делайте. Оно не откадышивается настолько быстро. Откадышит. Не откадышит, там монород уже прибежит, пока вы в три мага продиспелите, там уже монород. 5 минут у него восстановление. Ну, значит, диспелите по два раза, я не знаю. Скажите мне, тихо, Гена, вот скажи, блядь. Им сказали продиспелить, блядь, по очереди троим. Все. Больше ну, блядь, ты понимаешь, нужно выстроить цепочку. Цепочку пиздец сложно выстроить. Три мага по очереди, блядь. Да, понимаешь, а нахуя эту цепочку выстраивать? Допустим, продиспелил мяка, сбросил глыбу. Прожал холодную хватку, опять, блядь, набирает стаки, опять бросил. Ты понимаешь, блядь, ну ты думай мозгами, типа, пока он свою КД-шку тратит, у другого-то не в КД, а лучше он свое поставит на КД, продиспелит второй и свое на КД поставит. И потом третий, то же самое. 5 минут восстановления. Чтобы оно было, блядь, по кругу. Она значит, максимум через раз. Двух людей восстановит. Точнее, скидывайте через раз. Парада, ты дебил? У тебя, блядь, пока ты убьешь второго феникса, блядь, вам надо будет продиспелить по одному кругу. И потом сместится монород в рейд и будет всех диспелить. Вага пришел? Да, я тут, сорян. Точно так же, как и Инор дает, блядь, сразу же, чтобы он в платках шел. Никогда блядь, уже не шел. Блядь, ты Инор не можешь вручную откатить. Вага, дай кулак. От огня в раску, поставь. Занято. Керс. Парите мозг, блядь, эти маги бесят. Не могут, блядь. А миру. Нихуя. Керс, где? Кто там? Полин на монороте еще держи на первой фазе. Еще раз. Попадай прото. Сейчас дам. Все готовы, поехали. 3, 2, 1, поехали. Прибежали. То есть главное не проеби на второй фазе в раску. Ну я между это... платформ постану. Ну, прибежали. Моба. Одного. Куда идут эти два? Отпустите ближних двух. Сидот и одному стану. Каст пошел. Выбежали. Что тут творится? Забирай обратно. Че бот, блять, бегает? Ревностно ушел. Отпустите бан. Баблом с кассу. Все, я так. Монород не забирает, блядь. Пускай на мне висит, стаки сбросил. Че босс, блядь, в рейд улетает? Че сейчас было?
Влад, страхани пока что. Забираю. Ближнего отпустите с бана. Проведите дальше, босс. Рот стаки откатили. Отпусти Близзард и по дальним дай. Давай страханешь его, когда надо будет. Дальше босса проведите. Звезду отпускаете. Через 15 секунд заберу. Бежали. Там. 3 секунды и заберу. Забираю. Отпусти Близзард и дальних возьми. Может, просто босс. Отпускай Близзард. Хочется еще раз взрывать, что? Да, еще раз. Сейчас корни уйдут. Да, 2 минуты до босса. На 10 гаммах стопнет босс. Дальше проводите босса, а то РДД наперед. Иду. Моба. Да сейчас уже переводить будем. Стопайте, стопните. Стопайте по боссу. Взрывая моба. Ближних не контролите. Взорвем мобов и после каста, как пройдет каст, прибежите, сюда переведем. Гимны на ману, да. Прозарий давай, Мир. Одного стопните. 2 секунды. Каст пошел. Прибежали. Народ, ты хил. Переводите. Переводите вас. Нормально. Народ на первое место. Резисты не спылишь. Окей. Сейчас. У Рейда слабость. Забишь, что в каст. Третья усталость. У меня ярость на плохое. Вторая, срыв агро. Короче, смотри, когда будет агро срываться, таунт даешь. После каждого крика феникса даешь таунт. И дальше бьешь.
у тебя даешь Т5 щит. Перья пошли. Перебежали. Силы, которые у меня, отвернитесь от него. Два бана дайте, и все. Два бана, просто два бана. Зайдите в мобов. Моба сорвал. Поднимаю. Просто вот так снял. Отпускайте баны, перья пошли. Ноль. Ребаф в резист. Перебежали. Стоп-каст. Войду прощаю. Стоп-каст. Перья пошли. Стойте, стойте на месте. Перебежали. Дальнюю пачку Blizzard. Первую не зацепляй. Этого моба не контрольте. Пусть сразу доходит. У нас один. Луну поставил на себя. Забрал. Контрольте идут. Мяко ты. Точнее, стой. Перья пошли. Куда демон побежал? Перебежали. Пиздец. Пизда, выбегаем быстрее, выбегаем. Целейте маны. Да. А чё, Геру-то не даю? Не надо. Перья пошли. Перебежали. Дальних Blizzard. Купол, купол, дай. Т4 дал. Лёга, купол. Минус пал, минус мост. Ну я одна не удержу тут. Меня не держи, держи вразку. Перья пошли. Налево, налево уходим. Убежали, чё ты? Что меня убило? Сверх новое. Пошлите, пошлите, пошлите. Я умер. Аккуратненько по стенке. И тут все подохли. Вот, забери последнего. Перья, в луну, встаньте, в луну. Да, фир. Здесь фир на третий, да? Все накроет. Вовремя тут. Бум. Блин, почти дошли. Да при чем тут это? Блять, холи пал. Чего вы там мобов не законтролили? Что у вас там, блядь, зашло? Сколько сверхного было? По-моему, 4. 4 сверхновые, хилы не пережили здесь? Они вы не переживут при... 4 вообще никак. Я пережила. Полина пережила. Так она в рейде была, наверное, да? Нет. Она была здесь. Почему мосты не переживают с холи палом? Значит, хп типа, было меньше у них. Масса, ты точно все усилки в хп забил? Да, вроде у Массы фул хп, я его держала на фул хп, старалась. Ну, может быть, у него 95% было, может. Ну, как было, вариант, что-то. Ему еще СПДшные брюли можно перебить в стамина. Да при чем тут это, не в этом? Смотри, блядь. Короче, по поводу тебя, Масса, этот... А чё холи пала не продиспелить? Короче, магия, не знаю, я диспелить не могу вообще, потому что я... Меня шотнуло просто. Я три диспела по рекаунту вот смотрю, сделал, меня шотнуло нахуй.
Блять, на ком дебаф его? Как тебе могло шотнуть, если держи 10 стак? А там же кто-то про магический символ там говорит. По 11к, 3 удара. Кто ж про маговский символ говорил, что он на тебя иммун кидает, когда ты... Нихуя не дает, я же сказал, тестить буду. Хвали палу надо было бабл нажать. Его феникс убил Мазер Фишер. Откуда информация появилась, что перья резистится, когда они не резистятся? Все там резистится. Да посмотрите, говорю еще раз, вот на гевке сопротного перо не резистится. Вот сюда конкретно лучше посмотри. Резиста убил первый феник. Я говорю, нет, я про перо. Не смотри, мне чат заебал. Так я тебе... Да. Тихо вы. Резиста убил первый феник. Так вот нафига ты резиста показываешь, когда я тебе говорю... Резист убил не сверхнового, нихуя, его убил первый феникс. Нет, что я было... говорю конкретно, что перья от босса не резистится, только сверхнового резистится. Защищает от урона. Что вот это использование резистит? Сопрот. Резидит сопрот. Планету после пула. Так я-то сопрот... не кину сейчас. Афа даем. Сопрот и перепейте. Когда кто-то говорил конкретно, что перо резистится, но оно не резистится. Тебе не похуй вообще? Мне нет. Дай проверку. За луной бегайте, вот сейчас вот Лок, демон, Локи убежал вперед, там лужу разлил. Там демон убежал, типа. Я говорю Локи, ну. Санте. Вот, все готовы. Поехали. Этот, блядь, короче, я не знаю, делайте что хотите, но Розария, блядь, и Мосса вы должны, блядь, выжить. Даже при 4, блядь. Дубовую кожу, блядь, жмите. Баблы, блядь. 3, 2, 1. Горн, не забудьте. Вага, на первую фазу нет смысла припорт пить. У нас там что-то хуя времени. Я 2 минуты. Две минуты теперь сыщу. Каст. Перебежали. ИСС не забывайте завесить на этого, на мус. У нас было все ровно, все нормально. Единственное, 4 моба зашло. Лучше так не... А если делается, то это... Элбрил, чё купол не ставишь? Раст. Для чего? Ну, на второй фазе, когда подохли люди. Дальше босса, проведите дальше босс. Мы нарыть вас. Да, была критическая ситуация, мы его поставили. Там еще и почему не откинули, может... Отпусти, было... отпусти, Близзард. Отпусти. Перебежал. Пончик, ряк. Забираем. Звезду отпускаете. Дальше босса проведите. Я лагаю достаточно неплохо так. Можно мне крутить босса, пожалуйста? Можно не ходить. Отпусти, Близзард.
Проводите дальше босса. По звезде там станешь. Стеночку туда подальше. Еще дальше проводи. Заберу. Забираю. Все, не держите, пусть заходят. Здравствуйте. И сразу много проводить, далеко точнее проводить босс. Убрал Инер. Да, Инер Павел убрал. Ваги, да, сейчас дам. Заберу, поднимешь. А, ладно. Сейчас, подожди, 2 секунды заберу. Зиста, прохильте. Пусть вот эти двое заходят. Гимн на мана. Гост. Вот эти двое пусть заходят. Стопните, стопните, стопните по босс. Это первый каст, надо переводить до второго. Переводим сейчас. Вот он, подъем наш. Переводите. Что там, два моба зайдут, что два моба заходят. Сейчас страшно. Ребаф дайте. Лапу обновите по рейду. Давал три раза был лапу. Там Мозер потерялся. Поехали. Херачу. У рейда рассеянность. У меня усталость. Рассеянность дизарм. После потом что второй там? Будет. Второй фир. Третий какой? Ярость. Ярость. Окей, хорошо. Перья пошли. Перебежали. Два бана только. Два бана дайте и все. Заходит. Два бана дайте.
Где баны, блядь? Здрасте. Перья пошли на левый. Нет, направо, направо бежим, направо. Выбежали. Что просто хуярит? Мяк. Попросите довольно. Ой, заберешь? Ну, таргет забрался. Перья пошли. Перебежали. Тут... Вот по дальней ложе. Даш. Близзард. Аккуратно подходим, там фьюр. В луне стоим. Кай двое заходят. Прости, стой. Захил. Прости, баф. Ты будешь забирать? Спел будет сегодня, нет? Фир. Крик. Перья пошли. Перебежали. Тиммоба идут. Фир. И спел. Блять, вы не одни. Фир. Мобы. Перья пошли. Перебежали. Крик. Раск. Нас два. По дальним Близзард. И два бана дайте обязательно. Нас два. Заходит. Фир. Крик. Готовься. Вот эти двое пускай заходят. Хорошо, так. Зашли. Упал. Раску. Фир. Раску поднять. Мана. Пока тут мана. Перья. Мана. Направо. Убежали. Народ тащится. Фир. Кинуть бы не судьба там. Не судьба, мы вас перебегали. Братка. Бейте, бейте, фир, бейте. Фир, 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 фир. Бейте этого пидора. Перья пошли. Стоим, стоим, стоим. Побежали. Да тут нет. Этот на ярость. Раска, сколько в тебя влетело? Он просто не забаблился, не снял стаки. Не, у него там неплохо ХП было, больно убивая. Да, интересно. Не сколько у нас еще выйдет? Вот так же, как сейчас, Леша, тебя. Анкил, вот, снимай с моссы перед перефазой. Вот, я контролю, я не могу. Перед перефазой. Тебе же сразу бы некуда ставить. Перебежал. Тут еще будет, ребят. Видишь, нормально, эти 10 молот будут контролиться. Чуть-чуть скрываться в луну. А у вас кто сдох первый? У меня 5 стаков было вот этого говна, о котором ты говоришь. Угу. Блин, больно было, да. Так, мне отойти на минут, на 5-7. Сейчас перекор будет.